Всем привет! Меня зовут Лиза, и это новости Нарт ТВ. Сейчас мы находимся в концертном зале Женева, где будет проходить одно из самых крупнейших мероприятий в Нарве – фитнес-модель Эстонии 2013. Участницы будут показывать красоту своего тела и умение держаться на сцене. Давайте узнаем, кто будет победительницей этого мероприятия. В рамках программы Нарва «Осенняя столица Эстонии» прошло очередное красочное мероприятие под названием «Фитнес-модель Эстонии». Это уже 7-й по счету конкурс, который в этом году стал еще более глобальным, ведь на этот раз в нем приняли участие также девушки из Латвии. Мероприятие началось с выступления танцевального коллектива «Давария Шоу», который на протяжении всего конкурса радовал и вызывал овации у зрителей. Далее по традиции состоялось представление участниц – раунд бикини и раунд платьев. Фееричным стало выступление танцевального коллектива «Февер». Также мероприятие украсили гимнастки из спортивного клуба «Яника». Титул «Фитнес-модель 2013» взяла представительница города Тарту Кристина Кирсанова. И в интервью она сказала: «Какие эмоции вы сейчас испытываете? Я до сих пор не верю, что у меня первое место, что я это сделала. Мои тренировки не прошли даром. Я это все совмещала с учебой, с личной жизнью. Все получилось, и я очень рада». Спасибо. А вы думали, что у вас будет такой успех? Вы ожидали такой успех? Я ожидала войти в финал 100%. Я всегда уверена в себе. Но первое место нет. Я очень счастлива. И на этом все. До новых встреч!